Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, продолжаем The Last... Что там гремит? The Last, что там гремит, of Us 2. Мы находимся где-то на территории шрамов, что ли. У меня прошлой серии голова заболела, слышишь, я тебе реально говорю. Я наорался в прошлой серии, потому что скримеры эти кругом вообще появляются. У меня голела... Слова забыл, все уже произносить вообще не умею их. Где они, эти слова, как они называются? Так вот. Я посидел, посидел, посмотрел там вот этот вот там, когда шары вот эти вот катают палками. А потом я, короче, типа там. Опа, что такое-то? Что? Что ты записала? Что там записала-то? Кажется, это здесь. Ищи больницу. Шрамы. Черт бы их побрал, не забывай, зачем ты здесь. Это шрамы, если что. Это, если что, шрамы. Так вот. Посмотрел, как катают там шары вот эти вот. Вроде нормально, все хорошо. У меня три... А у меня есть вообще ресурсы? У меня скотча нет. Я бы заменил этот топор, но у меня нет скотча, чтобы его преобразовать. И скотч мне, в принципе, нужен для стрел. Так вот, посидел спокойно, очень тихий уровень звука сделал, посмотрел, что там, как там, что там, зачем там, вот это вот. Чуть-чуть поел маленечко, думал такой, ну, все, значит, уже не буду записывать, как бы башка-то что-то болит прям как-то, ну, это ж нехорошо, некрасиво. Что такое? Куда мне теперь? Да я разберусь, подожди. Мне нужно пробраться за ворота. Да я разберусь, подожди, я, видишь, рассказываю, объясняю, ну, что со мной случилось в последний час. Вот, думал, нет, сегодня уже, наверное, не буду, потому что голова так быстро не проходит, как бы таблетки хлестать, тогда, ну, их тоже вот это. А что ты так посидел? Смотрю, да нормально. Такой, ну ладно, пойду. Ну ладно, ну пойду, а то ладно, я пошел. Вот, собственно, я здесь, а мы продолжаем The Last of Us 2. Спасибо. Спасибо, но потише, пожалуйста, чтобы я... Если я буду кричать, ты мне скажи, не кричи! Не кричи, голос болит! Не кричи, голос болит! Я такой, тебе спасибо, спасибо. Ладно, окей. Ладно, окей, спасибо. Ладно, все хорошо. Так, собираем скотчи. Нам нужен верстак. Таблетки и этот, как его... О, скотчи. Таблетки, верстак, шурупчики и скотч. Вот это нам надо сейчас прям очень сильно, чтобы мы это воспользовались по прямому, так сказать, назначению практически. Короче, это шрамы. Шрамы, я так понимаю, без собаководных своих вот этих вот предстрастий, без собак и прочего вот этого сильно палящего у меня создания. Поэтому с ними попроще, тем более, как бы у меня лук, а если я хедшот, то стрела как бы назад. И, в принципе, можно жить, почему, собственно, нет. Доппельгангер. Посмотри на доппельгангера. В какой-то тупырь. Это, подожди, такие где-то были в каком-то... Это такие черти были в этом, как он, знаешь, сериал «Эш против зловещих мертвецов», там такие же ублюдки лысые были, там кто-то их родил. Вот. Неизвестно, ум 60, силы 60, страны нет. Никто не знает, откуда взялся этот странный гуманоид с белоснежной кожей и желтыми глазами. Но он способен принять форму любого существа по вашему желанию. Условие только одно, он должен коснуться того, в кого ему нужно превратиться. Сходство будет почти безупречным. Лишь присмотревшись, вы сможете заметить странный желтоватый отблеск в глазах. Если ваш друг зачем-то надел солнечные очки пасмурным вечером, скажите ему, что... Сними, блядь, не позорься. Вот. Так ему и скажите. Так вот, короче, про что я говорил-то? А, про то, что если я буду кричать, слушай, вот так вот говори, прям говори вот так вот в монитор этот, в микрофон или в динамик телефона. Если тебя кто-то спросит, зачем ты это делаешь, скажи, громко так не разговаривай. Всем говорит так, как змея, и все. И все, и возможно тебя куда-нибудь заберут, куда-нибудь положат, полежишь там, отдохнешь, тебя там покормят, может быть, пару месяцев, может быть, пару лет. Зато, знаешь, зато типа бесплатный курс. Что? Что? Застрял! Бляха, застрял. А, застрял! Застрял, смотри. Ой, как застреваю. О, нормально. А это байк, кстати. Это я между ящиком и кроватью застрял. Я смерч. Смерч. Смотри, ну нормально, да. А ты выйдешь сидеть, нет? А серьезно? О, я летаю. Спасибо большое, я жив, я вышел, я вылечился от этого застревания. Но прикольно, застрял. Ну подумаешь, застрял. Застрял и застрял, бывает всякое. О, пистолетики, патрончики. Кстати, классно лутаем, так нам сюда, подожди. Я должен залутать все, мне нужно все, что... О, детальки, кстати, а есть верстак? Блин, серьезно, а есть верстак? О, ножницы. А есть верстак-то? Бляха, было бы... Ой, аптечка. Ой, хорошо, как вкусно.
даже не протухли. А есть реально верстак-то? Я прокачал вообще неплохо, так было бы сейчас мне. Я лук бы прокачал. Что за звук? Федра Госпитал Безастер Хикавери Центр. Окей. Так, а наверху тоже что-то есть? Блин, ну вот знаешь, вот нахер не нужно это лутание, вот серьезно, оно меня уже утомляет. Очень долго лутаем, очень много лутаем. Но с другой стороны, куда без него? Сейчас слышу. Секунду. Слышу, что у меня волосянка упала. Слышу. Вот так красиво. А, это голуби, смотри. Ха, натуре. Курлык-курлык, нахуй. Курлык-курлык, голуби, да? Они так разговаривают. Курлык-курлык. Не-а. Че это не-а? Я тебе говорю так, а не разговариваю. Че ты меня обманываешь? В смысле не-а? Не знаешь, не лезь. Видишь, ты не-а. Не-ха, она говорит. Ты посмотри-ка мне еще. Не-а. Не-а-а-а-а. Ну, спасибо. Спасибо, я думал, ты не сможешь. Я думал, ты не додумаешься. Я думал, ты вообще не очень так-то. О, здрасте. Ой, таблетки! 20 таблеток! Все, хорош, красиво, я жив, я молодец, я на таблетках. Спокойно! Так, аккуратно. Где стелс? Стелс. Ух, стелс. А скорость в 2, понимаешь? В два раза быстрее будет тебе стелсовые вот эти вот все дела. Значит, здесь. А изготовление... Ой, вот это тоже хорошо. А, ускоренное перемещение при прицеливании. Мне это не надо. Вот увеличение дальности было бы неплохо. Так, ладно, о чем мы еще хотели-то? Здесь я все прокачал, здесь я тоже все прокачал. Здесь у нас чего? А, вот усиленное здоровье, кстати, было бы неплохо. Ну и вот перемещение режима слух тоже было бы не очень-то плохо тоже. Скорость перемещения. Блин, ну на самом деле... Ну я даже не знаю, вот сюда бы еще открыть, понять бы, что там. Короче, в любом случае пока ничего не хватает, поэтому пока я ничего не буду вкачивать. Еще нам нужен верстак. Так, тому, кто найдет эту записку. Моя жена Пейдж ждет меня в старом конференц-центре на углу Пайк и Конвеншн. Отстой. Прямо через дорогу от паба. Пожалуйста, передайте ей это лекарство. Она беременна и может без него умереть. Я собирался сам отнести его, но потерял слишком много крови. Я бежал через лес, услышал свист, а потом мне в бок вонзилась стрела. Я спрятался здесь, кажется, пока я в безопасности. Хуже уже не будет, верно? Начинаю замерзать. Наверное, надо было из больницы еще и крови для переливания прихватить. Глупая шутка, понимаю. Она подтвердит, что мои шутки всегда были глупыми. Если найдете Пейдж, скажите ей, что я умер с миром. Скажите, что я желаю им долгой, счастливой жизни и что я ее люблю. А если родится мальчик, пусть ни в коем случае не называет его в честь меня. Мы ведь уже выбрали имя. Саймон Виккерс. Да. Да. Ох уж эти вот эти свистульки, сука. Просто, бляха, ни с того ни с сего просто обычных мирных людей стреляют. Они ведь даже не спросили, понимаешь? Они даже не спросили, ты кто, блядь? Ты кто? А если сразу... И все. И все, и конец. Так, окей, я, кстати, намутил себе на новую прокачку оружия. Но у меня нового оружия-то нет. Поэтому будем пока обходиться этим. Так, что у меня есть? У меня есть на коктейли на аптечку. Это можно бы потратить, кстати. Давайте потратим, наверное, это на коктейль. Почему, собственно, нет? Коктейли я использую прям это, прям с радостью. Прям коктейли я использую прям только так. Вот дымовые бомбы нет, а вот коктейли да. Так, а что, это все, что ли? То есть мне все-таки нужно... Ты что? То есть мне все-таки нужно было прыгать, получается, вниз, а я типа пошел наверх. Ну окей. Походу мне вот сюда, здесь же сломано. Ару, штука аккуратно и спокойно, не кричи и не визжи. Сначала здесь я посмотрю, что про... А, здесь можно было спокойно слезть. А кто видел? Я не видел. Ты не видел, ты тоже не видел. Никто не видел. Эта лестница была слишком хорошо запрятана, чтобы ее увидеть. Но она как бы есть, вот, пожалуйста. Можно залезть назад. Так, тихо. Это кто? Это опять они, сука. А, Федора больница, центр медицины катастроф. Тут можно пролезть. Вот с этими шрамами, с ними... Сейчас опять скример будет, да? Готов. Я готов, все, я готов. Все, готов к скримеру, давай, готов. Все, я сегодня не ору, я сегодня не кричу, у меня башка сегодня болит. Спокойно, аккуратно. Солдат Вов? Не надо! А, окей, это его, понял. Зараза. Это его эти мучают. У Айзека есть план, я вам расскажу. Только... Они полны греха. Меня заставили! Так пусть не надо. Знают они мою боль. Нет! Лука! Это засада! Оттуда! Оттуда вроде бы! Серафит, это главный, что ли, у них какой-то? Расходимся и ищем. Кто-то проскользнул мимо нас. Если я завалил главного, это ничего так. Так, это на всякий пожарный, спокойно.
Ну-ка, проверим, проверим. Опа. Не смей. Ну, я вам скажу, она того не стоила. Я вам скажу, это не в 100% быстрее, я вам скажу, это вранье. Да кто такой-то? Где? Блять! Еще одна! Твою мать! А твою мать! Твою мать, ты откуда взялся? Да ты откуда взялся-то, твою мать? Бляха, отстань, отвали, упырь! А, Серафит, это ваше название, что ли? Я думал, тебя так зовут. Ну, сука. Опа, замена, хорош. А, там один удар еще остался, спокойно. Назад. Бежит, вот вижу. Вон бежит, все. Блять, а здесь-то, откуда ты взял? Да твою мать, вы что делаете-то? Откуда вы беретесь-то? Да бляха, муха, да хватит меня стрелять-то! Порядок. Бляха, я полил только одну. Так, вон она. Ага, действительно. Сука, все аптечки просрал. Так, где топорик-то? Ага. Иди она. Блях, ну я на самом деле... Это псина. Я на самом деле расстроился по поводу быстрого убийства, но оно стало долгим, опять-таки. Оно осталось долгим. Это печально. Это очень-очень печально. Бляха, столько про здоровье просрал. Ну а с другой стороны. Ну, бляха, муха, ну а что, я в них стрелять начну? Я бы не стрелял... О, это серп! Вот это я возьму. Блин, ни хрена себе, дай-ка я его прокачаю. Прямо сейчас. Сколько у него ударов-то? Да ладно, так 6 осталось. Печально. Печально, ну ладно. Так, я надеюсь, мы выживем. Вроде кого не осталось. А, нет, вон один! Вон там вышел. Вот прям где бочка горит. Там тот сейчас выглянул, я тебе отвечаю. А вот тут сидит головешка-то его торчит. А, это фары. Даже там кто-то был. Да там кто-то был! Ты хочешь спросить, почему солдата Вов не спас? Потому что пошел он нахуй, вот почему. Я с ними тоже воюю, если что. Я в контракт с ними тоже. А то видишь ты. Опа, опа, призывные свисты, представляешь? Призывать кого-то, суки. Мне бы аптечку еще одну можно сделать? Можно, да. Можно сделать, только ингредиентов для нее нет. А я же сделал себе коктейль Молотова, я же классный, да. Ну и ладно, ну и хуй с ним. Спокойно. Так, вот один, вижу. Дурачок. Он вверху, что ли, где-то? Спокойно. Да, смотри, двое наверху. Вон там еще один, окей. Блях, а это момент из трейлера, да? Ну, где показывали или нет? Ну, что-то такое было тоже там. Тоже стоянка какая-то или что-то. Да ты куда? Поменялись маршрутом, спокойно. Поменялись маршрутом, аккуратно. Она ко мне, а я к ней. Так и получилось. Ой, тихо. Тихо. Нет. Да что ты свистишь-то, дура, с ума что ли сошла? Ты не видишь, тут как бы стелс происходит. Свистит она тут. Свистун, бляха-муха. Еще предупредила, прикинь, кого-то. Все, не кричу. Все, не кричу. Ух уж эти предупреждающие свистуны, сука. Научились свистеть. Да, это тот момент, да, машина, стоянка. Я тебе где-то видел, тебе такое говорю, точно, 100%. Опа. Бляха, мне нужно... О, аптечка, хорошая. Давайте сделаем аптечку себе. Так, это нужно выбрать. Бляха, как же это запутанное управление, я просто не могу. Где, блядь, выбор-то? Я потерялся в управлении. Откуда ты взялась-то, ёб твою мать? Чи-чи-чи-чи. Куда не ползу, я хочу вылечиться. Спалился, что ли? Черт! Да в смысле черт-то? Ой!
Ой, вот лечиться не надо, спасибо. Так, раз. И лечиться больше не надо, представляешь? Так, а что по лукам-то? Все хорошо. Можно я сделаю себе патронов для лука? Нельзя. Так, они все спускаются сверху, отлично, он идет. Как их, блядь, много. Ну, мне в любом случае нужно наверх, поэтому пойдемте наверх. Или заебали свистеть. Нормально, нормально. Все нахуй. Ой, там еще один. Спокойно. Твою же ж мать! Да откуда ж ты там-то взялся? Я думал, ты внизу, мразь! Ну, типа сверху! Аккуратно. Бляха, я реально думал, где-то на другом, на том этаже, откуда этот спускался. Вот черти, блядь. Черт. Согласен. Но я зато подлечился полностью. У них как-то слишком много дырок, откуда они могут вылезти. Вот что неправильно. Не должно же такого быть-то. Где? Кто? У машин! Бля, серьезно? Нахуй тебя. А они тупо все с холодного оружия, прикинь. Ебать! Ебать! Да ты чё, я ж увернулся! Я ж увернулся! Я нажимал, потом нажал ударить, чтобы ударить, а она взяла и померла. Чё, блядь? Так, ну и где я? С какого момента? О! А, это мужик там дергается, всё, пей. Так, еще хавчик, ладно. Блин, сейчас вообще обидно было, если честно, да. Они, блядь, отовсюду идут. Просто, сука, отовсюду. Это очень плохо. Допустим. Да куда же ты слез-то, черт, блядь? А, это его маршрут, по которому меня запалил, да? Понял. Окей, тот маршрут, по которому меня запалил. Понял, все, окей. Не кричи, не кричи. Скотина. Сейчас отсюда еще должен один идти. Где вот он? Блять, больше нет, что никого? Ну я, по крайней мере, никого не слышу на слух. Давайте полутаем тогда маленько. Блять, тут столько проходов, столько подъемов, столько спусков. Конечно, я тут заплутаюсь, конечно, меня напалят везде, где можно. Там, блядь, два подъема, тут три подъема, там четыре спуска, там восемь лестниц, блядь. 15 переходов, 17 проходов, охуеть. Попробуй за всем тут уследи. Все? Тихо. Ага. Вон один, короче, у машины. Вон один. И вон один. Это два последних? Или два первых? Ну эти с топорами. Ладно, хуй с ними. Это с топорами тоже ничего хорошего. Так, ну ясно. Этого я сейчас, допустим, шлифану по-быстренькому. Куда он ушел-то? Ты где? Бля, вниз пошел. Ну вниз-то ладно, хер с ним. Вот того надо высекать.
Вот я, конечно, ничего тебе не скажу, но подвела сейчас автоприцелка. Здесь ничего. Она постоянно наводится на врага. Я пытаюсь постоянно это учитывать. Не довожу до врага. А в итоге она просто не доводится, и все. Кто, блядь? Да кто такой-то? Звук шел вот отсюда. Да кто? Бля, я ебу со всех сторон. Итан, есть что-нибудь? Ничего, тихо. Бля, ты сюда не полезет? Лезь сюда или иди отсюда! Бляха, со спины оставлять противника себе, это такое себе удовольствие, конечно, просто обосраться. Вали нахуй отсюда! Все, уходи. Так, ладно, теперь противников сзади нет. Уже хорошо. Ебан надрывается. Так, захочешь, хуй ответишь. Их же по-любому, да, учат свистеть специально. На определенной тональности, в определенные промежутки времени. Ай-я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 й. Аккуратно. Меня здесь не было. Что-нибудь видишь? Ничего не вижу. Вот кто меня сейчас палит, я, блядь, не понимаю, серьезно. Кто меня палит? Гора, эй, видишь что-то? Не, ничего. Тихо. Ну сейчас пизда, сейчас меня запалят. Все, палят, палят. Не, нормально. Глушак! Ты куда? Вернись, глушак, скотина! Что за подстава, блядь, глушак? Ах ты подставная, сраная, мразотная, пластиковая говнянка! Тихо, тихо, не чеши меня. Как же их много, блядь. Так, а глушак-то у меня есть, нет? А, тряпок нет. Ну, просто обосраться, конечно. Просто охуенно. Сядь. Ой, ебашут, скачут. Не смей. Сядь, 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 сядь. Ты чё? Ты зачем? Для чего? Ебать, это засада. Одну упустили. Что значит, кого упустили? Кого вы упустили там, я не понял. Все что? Все больше никто не подойдет, нормально. Ну а чё сидеть, ждать сейчас по-любому, блядь, получишь по ебальничку. Ну по-любому получишь, чё ждать-то? Боже. Всё. Хух, ну походу всё. Да, они долбанутые. Они вообще отбитые полностью, блядь. Свистуны ебаные. Надеюсь, тебе повезло больше. Так, ладно, Томми. Так, чё мне нужно, что? Мне нужно сделать глушак, пусть будет. Окей. У меня не хватает тряпок и спиртного. Тряпок и спиртного просто дико не хватает. Как так получилось, я сам не понимаю. Вроде постоянно было, а тут тряк и кончилось, представляешь? Так, перезарядочку. Ну просто если бы я начал сейчас бить холодным оружием, меня бы кто-то дострелял просто. Дострелял бы и все. Пока я эту рубцую, тот меня ебанул. Так, ну окей.
Опять-таки, я бы мог поставить себе эту минку под ноги. Но она бы на нее наступила и въебала бы меня. Вот и весь прикол. Наступила, и меня просто, бля, жахануло бы тоже вместе с ней. А мне это надо, мне это не надо. Мне это вообще ни разу не надо. Все проросло, все кустами поросло. Я должен был здесь прятаться, судя по кустам. Ну, типа, здесь, скорее всего, тоже можно просто дойти до стелса. Вот, пожалуйста, красный выход. Видите, это, видишь, красный выход, это выход с уровня. Это как бы бесшовные уровни, если что. А то мало ли, может, ты не понимаешь, что как бы это все-таки уровень-то есть все равно в игре. Каждый выход — это прогрузка следующего уровня. Загрузка, прогрузка бесшовная. Вот и все. Пожалуйста, раз, вот мы там. Ибо дядя большой. Сейчас тонь прибегу. Это что, босс? Босецкий, серьезно? Ах ты, ублюдок! Да ладно. Бля, реально босс, прикинь. Ух, нихуя, больно сейчас было. Стрела, серьезно? Не дать ей уйти! Так, уходим. Уходим. Они говорят, не дать уйти, а мы уходим, представляешь? Его типа просто так не ударишь. Бля, бежит за мной, прикинь. Ебать большой. Дядька большой какой за мной бежит, спокойно. Тихо. Эх, ты как достал-то, блядь. Да ёб твою мать. Ну тут тупо битва, блядь. Просто битва, сука. Ебать, увернулся, хорош. Там где-то была аптечка. Тут где-то по дороге была аптечка только что. Да хватит меня стрелять-то, сука! Вот она! Да где? Бля, я ебу. Козёл, блядь! Козёл, блядь! Получил, ублюдок! Так, всё спокойно. Быстрая перемотка, пока он идет! Какой здоровый дядька! Панику навел мне тут нахуй! Беги, пока можешь. Ебать, у него топор. Козел, блядь! У, сука, черт ебаный! Козел! Скотина. Трехударный, что ли, всего? Ой, блядь. Короче, прикол знаешь в чем? Прикол в том, что здесь вот, что ни говори, а колесо своеобразное, крест выбора оружия ебически неудобный. Просто неудобный. Почему нельзя сделать просто стандартное колесо? Ты нажал одну кнопку, у тебя сразу перед тобой колесо. Замедление времени, ты выбираешь спокойно то, что тебе нужно. Понимаешь, нельзя сделать нормальный выбор оружия без замедления времени на джойстике. Ну нельзя, потому что на джойстике нет столько кнопок. Это на клавиатуре ты можешь 1, 2, 3, 4, 5 быстро нажать. У тебя все, они под этими, под пальцами, эти кнопки. Ты помнишь, что где, ты просто быстро нажимаешь, достаешь и применяешь. Здесь без колеса выбора и без замедления времени это просто невозможно. Это просто... Ну, что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Отстань. Так вот, это просто нереально. В такой вот ситуации, в паникушной, нет времени спокойно выбрать. Вот я выбрал быстренько гранатку, повезло мне, она мне помогла хоть как-то. Можно, конечно, было куда-то еще, наверное, накидать дымовые гранаты. Но пока ты до них дощелкаешь, причем когда ты промахнешься, все, вот упор, я вверх нажимаю, дальше не идет. Это нужно тебе... У тебя, знаешь, прикол еще? Прикол в том, что вот есть крест выбора оружия. Ты нажимаешь вверх, ты помнишь, что вверху у тебя взрывчатка. Хотя, блядь, как так? У тебя аптечка и взрывчатка в одной категории. И с другой стороны кирпичик тоже в одной категории. То есть ты нажимаешь вверх. Вот, смотри, прикол. Вот сейчас убирается колесо. Смотри, я тебе показываю. Ты выбираешь вверх. Ты начинаешь в панике щелкать, все, конец. Почему нельзя было сделать перелистывание? То есть, знаешь, вот раз и перелистнулось на первую уже сразу. Раз, вот, то есть ты в панике сиди, потом вот это вот, блядь, начнешь нажимать вниз, у тебя улетит куда-то вправо, влево. То есть из любой клетки оно, видишь, улетает. И раз, а вправо, куда-то вправо нажимаешь, она улетает сразу. Это вот, вот это очень неудобно. Уж сделай тогда прокрутку просто наверх полную. А то вот, ну, серьезно. Без колеса и замедления я не понимаю, зачем это сделано. Ладно, конечно, там в онлайн-шутерах вот это все замедление-то не пойдет. Но, блядь, в соло-то игре уж можно было сделать замедление себе на выбор оружия. Чтоб... Это даже не для упрощения игры, это просто для удобства. Ты не можешь быстро в панике сделать то, что тебе нужно.
На компьютере, опять-таки, одну кнопку нужно нажать. Одну кнопку, чтобы выбрать себе одно оружие. Здесь нихуя так не работает. И вот это печально. Вот это печально. Ну, давай. Ну, да, ладно. Мы справились, а это самое главное. Мы справились, а это самое главное. Я, кстати, таймер не включил, если что, внезапно. Почему? Бывает такой, увлекся. Но это я потому что рассказывал тебе. Рассказывал тебе про вот это вот, то, что голова там у меня, да, была. Было дело, тебе рассказывал, забыл про таймер. А ты даже не напомнил. А что я, виноват, что ли? Я тут понадеялся на вас, а вы... Эх, ладно, я в следующий раз тебе скажу, знаешь что? Я скажу, что я на тебя надежды нет. Уж не знаю, как ты будешь исправляться. Попробуем. Как будешь... Что значит попробуем? Не знаю, как ты будешь из этой ситуации выходить. Но... Ну, не знаю. Ой, не знаю. Так, скотч. А я что-то должен был сделать, прокачать, нет? Не помню. Не помню. Так, подожди, а что у меня по аптечкам-то? Аптечки 2 из 3 коктейлей. Стрел надо наделать. Во. Стрел нужно сделать. Стрел мало. Стрел мало, а это типа как бы этот, как его. Хороший такой стелсовый инструмент. Да, мне еще нужна этот, как его, алтарь, блядь. А этот как его нужен? Короче, чтобы прокачать себе устойчивость луки. Так, еще что-то новое. Органик, это что-то связанное, наверное, с этим, как его, с улучшением аптечек, да? А, взрывчатка. Блядь, последняя ветка, смотри-ка. Изготовление разрывных стрел. А разрывные наконечники, значительный урон всем целям в радиусе. Это палевно. А улучшенные мини-ловушки. Изготовление более эффективных мини-ловушек с увеличенной дальностью поражения. Вот это хорошо. А увеличение радиуса поражения коктейлей молот. Вот это тоже хорошо. Плюс 50 к возгоранию. Изготовление большего количества мини-ловушек из тех же ресурсов. Тоже неплохо. Большего количества разрывных стрел, ну, опять-таки, я не знаю. Пока что я сюда не хочу, пока что у меня есть другие наметки. Вот сюда вот примерно пойти. Пойти немножко в здоровье. Хочу пойти в здоровье, вот и все. Так, окей, все пособирал. Мне нужен верстак. Ёпта, забыл слово. Верстак, алтарь. Какая разница? Это, знаешь, инженерный алтарь. Он же верстак. Вот он мне нужен. Я там прокачаю себе устойчивость лука и буду прям с него... Ой, неустойчивый, нужно быстрее, наверное, натяжение тетивы прокачать. Потому что у меня очень медная тетива накачивается. А как бы быстрее накачивался, было бы веселее. Так, что, опять? Да, бойня сейчас будет. Все, готов. Ну, конечно, что? Я надеюсь, ты... Ящики, классно. Ну и что, никто не выходит? Ну, явно же сражение, ну. Бляха, такие крыши, короче, пустые. Уже не в первое, второе, по-моему, место, в котором, я думаю, сейчас что-то будет, а там ничего не бывает. Весьма странная хуйня. Я плавать не буду. Тут грязно, мерзко. Может, нассал кто вообще до меня? А вы говорите плавать. Ну, зачем? Зачем оно мне надо? Оно мне, правильно, не надо. Вообще не нужно оно мне. Нет, фу-фу-фу, гадость какая, не надо. Ну, как бы, знаешь, в чем прикол? Уже начинает надоедать лутание бесконечное. Бхат мнандадар. Бхат Мандар. Родная планета Нептун. Ум-80, сила 60, страна Блик. Когда-то нептунианка Бхат Мандар. Мандар. Имела репутацию самого опасного пирата Солнечной системы. Угоняя корабли снабжения, она поставила молодые колонии Европы и Энцелада на грани голодной смерти. Когда флот Альянса Будущего все-таки загнал ее корабль в пояс астероидов, она подошла слишком близко к черной дыре и пропала в прошлое. А точнее, в 21 век. Первое время она наслаждалась наобретенным превосходством, но потом ее смертельно надоели примитивные технологии этого периода. Тогда она отправилась в Блик. Ее предложение было простым. Знание будущего в обмен на возвращение в родную эпоху. Злодейка. Блин, ну знаешь... Ну, да, в принципе. Это вот знаешь, это все равно, что взять тебя сейчас. Вот взять тебя сейчас и отправить тебя в прошлое лет на... Не знаю, на хотя бы на 100 назад. У тебя там типа есть знания какие-то, ты что-то умеешь, там вот это все, вот это то. И ты такой ходишь, ебать, король. Все такие, о, какой, какой он малый. А в итоге, короче, надоедает, и все. И все. Том!
На улице все время стреляют. Нас некому защитить от этих чокнутых сектантов. Мы не можем ждать, пока сюда доберется Вов. Надо самим идти к ним на базу. Я уже сделал кое-какие запасы в дорогу. Они в сейфе. Схожу, разведаю маршрут и потом составим план. Береги себя, МК. Чуть не забыл код 385523. Спасибо, спасибо, спасибо. А где сейф? Так вот, я, конечно, понимаю, что до конца игры еще много, вроде как, потому что говорили, что там что-то в районе 30 часов. А это пока 10-я серия, плюс-минус там. Еще, наверное, серии будет 10 минимум. А мне уже надоедает вот эта однотипная ходилка, стрелялка, бродилка. Вот надоело. Хочется больше сюжета, реально хочется больше сюжета. А то одно и то же. Ходишь, стреляешь, пол, собираешь. Больше всего надоело уже собирать припасы. Вот серьезно, вот просто уже это. Одно и то же, блядь. А где сейф-то? Собираешь, блядь, полчаса, за 3 минуты тратишь. Ебать, как это честно. Полчаса собирать и 3 минуты тратить. Где сейф-то? Оло, вызывается сейф, ты где? Там же припасы, ну иди, твою мать. Сейф-то обычно где? Вот тут. А куда попасть? Ну, ты можешь отодвинуть, нет? Да ладно, отодвинь. Ты, блядь. Не можешь витринку отодвинуть, представляешь? А как туда попасть? Вентиляции нет, ничего нет. Подожди, а тут что? Дверь забитая. Блин, тогда я не знаю. Ну и хуй с ним, с этим сейфом, если честно. Здесь нельзя поплыть-то. Не, тупик. Тупик. Ну и ладно, что там в этом сейфе будет, блядь? Мы руководство нашли все. Оружки у нас тоже, походу, все. Ну, пару таблеток там будет, но из-за них сейчас коловряжется здесь, блядь, 1.5 часа искать проход. Ради 12 таблеток. Ну, 13, сколько там, 15. Да хоть 20 пусть будет. Вот это сейчас вовремя спасся. Очень даже вовремя. Они ведь могли меня спалить только что. Очень просто могли меня спалить. Так, это что? Мужик. Бля, живой. Ну я типа весьма громко плаваю, он может меня спалить спокойно. Давай вот так вот сделаем. Так, может быть, спокойнее будет. Ну так не надо громко дышать, ты чё? Ну я не знаю. Он с наушниками, что ли? Не вздумай закричать. Руки. Спокойно. Не надо. С плоечки слушай. Знаешь девушку Нору? Знаю, да. Портабл. Где она? В госпитале. И где в госпитале? Они зачищают верхние этажи. Она где-то там. Ну и зря. Ну и очень даже зря. Очень даже зря. Вот это не надо было, очень даже зря. Ну, тебе сказали, блядь, не дергайся. Сказали тебе, блядь, не дергайся, и все. Нет, надо было, сука, дергаться. Ну да, там PlayStation Portable валяется какой-то. Или Vita, может быть. Я хуй, я в них не очень разбираюсь. Она в что-то там играла? Бля, Hotline Miami, да? Да, похоже на Hotline Miami. Похоже. Может быть, даже и оно. Может быть, даже и Майами вот это ваше, может быть. Вполне себе. Не отрицаю. Похоже. Уж не знаю, выходила ли она там. Но похоже весьма. Дайте, пожалуйста, товарищи. Товарищи, дайте, пожалуйста, верстак. Мне нужно срочно прокачаться. У меня уже начинает зудеть жопа от этого. Я хочу давно прокачаться, чтобы у меня был лук. С быстро натягивающейся тетивой. Хорошо. Меня на базе подруга ждет. Издеваешься? Мы опять вдвоем. Иди наверх. Эй, мы нормально справляемся. Не сомневаюсь. А, так нечестно. Я тебе говорю, замути солдатам. Тогда и на дежурствах будет веселей. Ага. Буду иметь в виду. Мутки!
Шрамы подбирают. Солдатами. Чтобы во время обхода заниматься вот этими своими. Не в курсе, почему всех вызвали на базу. Непотребствами. Говорят, Айзек хочет взять под контроль весь центр. Вроде как планируется дать им бой. Да ладно. После того, что было в тот раз, Айзек же не совсем псих. Ну, так говорят. Так, мне нужно снять часового на вышке, 100%. Ой, собака! Бляха, собака там. Там собака, бляха, я тебе говорю, 100%. Там она. Так, ладно. Этот вроде как ушел. Ой, куда? О, палатка. Так, ну их, короче, раз, два, три, четыре и пятый с собакой. Их, блядь, много здесь. Раз, два. Собака. Ну, часового первым делом нужно снять. Первым. Где-то нужно подобрать такое место, где очень быстро его застрелю. Сука. Хорош! Лёг, блин. Все, все полегче. Все полегче, попроще. Все, 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 все. Сейчас будет получше. Сейчас будет поспокойнее. Слышишь, не это? У меня здесь слева монитор, на который у меня показывается, что сейчас записывается. И у меня, у тебя здесь справа кусочек этого мужика ходит, а у меня здесь слева, и мне, я не замечаю, что это продолжение, другой же монитор. Мне кажется, что это продолжение этого, я такой, в смысле, а слева-то кто? А там нет никого. Понял прикол? Понял прикол? Или нет? Или тебе еще раз объяснить? Бля, лук нормально. Лук нормально, это с собакой, все хорошо. Давайте как-то, знаешь, поодиночечке. Потихой. Прям полегонечку их. Оп-оп-оп-оп, и все. Давайте начнем вот здесь вот. Вот с этого края пойдем. Чтоб в середину не ебошиться. Она сюда не залазит все равно, правильно? Да, окей. Маршрут. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Палим их маршрут. Так, пошли за той бабенкой. Кто нахуй? А здесь кто? Не понял. Кто? А кто меня здесь там спалить, я не понял. Так, вот здесь можно выпалить одного уже точно. От этих картин шрамов мне не по себе. Слышь, это фрики. Как они так близко подобрались? Так, это девка? Или тот мужик? По-моему, тот мужик. Так, нет, это девка, она сейчас сюда пойдет. Окей. Я его маршрут выучил. Нормально, иди сюда. Ага. Идет, 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 спокойно. Ишь ты, бля, не ожидала! А вот и я! Понятно, нет? Аккуратно, опа. Так, осталось мало, осталось один-один с собакой, все нормально. Бля, собаку бы выпалить по брику. Оп-оп-оп. Он сейчас пойдет назад. Я его сейчас быстренько причикаю. Угу. Он сейчас будет разворачиваться, если что, кстати говоря. Опа! Собака, там собака, вон там, вон там собака, вон там собака. Аккуратно. Подавись. Сука, подавись. Так, собака, ты, конечно, извиняй, но пошла ты нахуй. Мишка! Мишка! Мишка, ее звали Мишка, в смысле? Почему ее звали Мишка? Почему Мишка-то? Бля, вот за Мишку обидно, кстати. Ебать, она даже с именем была, представляешь? Она была с именем! Не просто собака, это Мишка, блядь! Ну, судя по крику, она ее очень даже любила.
Ну а я что могу поделать? Блять, этот Мишка мне вырвет все кишки нахуй. Мразь. Тварь. Что? Чё? Блять, Мишка, Мишка! Был бы ты и умный, это Мишка. Дерек. Ты бы от них ушел. Бля, это Дерек, да. Ну Дерек-то хуй с ним, это же не Мишка. Чё, она одна? Ты что? Ты еще что? Готов. Столько патронов въебал на глушак просто. Один выстрел остался у глушака. Так, вон еще один там ходит. Бля, за глушак обид. Я просто первый раз нажал, я привык уже сейчас с лука стрелять. Тихо! Кто? А, я привык с лука стрелять, прикинь, и такой типа зажимаю, чтобы натянуть пульку. Она не дотягивается, она сама стреляет. В этом весь прикол. Ну и ладно. Ебать у них припасы, смотри, как мигает. Сейчас аптечек наделаю. У-у-у. Да где ж ты, блядь? Замолчи. Так, вон последний остался. Где? О, черт, черт. Бля, если я встану, побегу, у меня спалит, нет побед? Бля, Мишка, извиняй, конечно, Мишак, ну серьезно. Мишочек, извини, я ни при чем тут нахуй. Такая жизнь, ты служишь не тем хозяевам, я тебе отвечаю. Мишка, было бы нормально, я бы тебя даже пальцем не тронул. Блять, еще один. Ну ты прекрати так делать-то. Где там? Так, ладно, хуй с ним. Давайте лутать. У тебя, в принципе, я все залутал. Давайте крафтить тогда. Давайте пока крафтить. Так, стрелы. Блять, скотч у меня для стрел, серьезно. Тогда не буду сейчас крафтить. Давайте прокрафтим тогда, когда мне закончится место. Так, вот она, окей. Кто? Блять, да ты-то там откуда вы беретесь, сука? Откуда вы беретесь? Их просто, блядь, тонны здесь. Что это было? Проверь, в чем дело. Будет сделано. Ничего не вижу. Блять, она не выйдет дальше, да? Выйди дальше. Сука. Так, ну теперь это последний остался, нет? У тебя там тоже, что ли, выход? А, тут проход есть. Блять, там еще кто-то. Да что ж ты будешь делать-то? Ебать, сейчас было опасно! Ебать, сейчас было опасно! Ебать, опасно сейчас было! Почти спалился. Так, противогаз кончился, у меня надо за это сделать новый. Хорош. Очень полезный хуйня. Он там вдалеке еще не ходит. Сколько там осталось-то еще? Ну, они переговаривают друг с другом, как минимум двое уже. Главное, что собаки нет. Главное, что нет собаки. Хотя, Мишка, извини, но... Так, где мы с тобой сойдемся? Здесь? Давай здесь сойдемся. Ха-ха-ха-ха! Не туда! Не туда! Не туда, дружок! Не туда! Ой, не туда пошел! Не туда! Аккуратно.
Хорош. Бля, столько народу перевалил, а патронов вообще не подбирает что-то с них. Вообще патронов нет, представляешь? Ну что там, последнее, что ли, блядь? Заебали. Эй, блядь, сугнуть-то нечем. Здорово! Я же думал, бля, Мишка! Мишка, извини! Бля, Мишка лежит. Мишка лежит, бляха, Мишка, извини. Бля, Мишань, извини, серьезно тебе говорю. Я на вышку собрался сбегать, там, возможно, что-то лежит. Просто там чувак, наверное, был с винтовкой, а там патроны есть. Мне ж плево должны быть здесь патроны. О, я ж тебе говорю. Ебать патронов-то, а это не патроны. Как это нет места, в смысле? Как это, блядь, так-то? Места нет, прикинь. Ой, сюда можешь залезть. Подожди, с другого стороны можно полезть? Ага. Ага. Ебать там палец, смотри. Тю. Ага. Так, ладно, я спускаюсь вниз. Аккуратно. Я твою мать, сука, собака ебать! Бля, я думал, выхода-то нет. Но сюда никто не побежит, там же никого не было. Или побежит? Бля, чувак, ты такой одинокий, походу, ты лох. К тебе никто не пришел. Ко всем приходит, к нему не пришли, прикинь. Кто? Откуда? Бля, откуда палит-то? Не, короче, прикол, знаешь, в чем? Нужно срочно прокачивать этот, как его? Нужно срочно прокачивать слух. Чтобы дальше слышать. Вообще, блядь, слух нулевой. А это есть вообще, нет? Вот. Увеличение дальности обнаружения. Вот он нужно. Так, ладно, давайте сюда вставим. Потом дальше вот сюда пойдем. Увеличение дальности слуха 100% нужно. 100% нужно очень, конечно, мало. Они меня видят дальше, чем я их слышу. Это не прикольно. Нам нужна лестница, он сказал, да? Но лестница там была посередине, это же логично. Ага. Один здесь, один там. Двое осталось. Это, может, новые пришли? Так, сзади. Сзади никого. Так, там мужик и здесь один. Спокойно. Доложить обстановку. Бля, трое, что ли? Ептю. Что-нибудь видишь? То же самое. Ничего. Ой, как далеко она ушла-то. Куда ты ушла-то, блядь? Вернись. Думаешь, девчонка вернулась? Меня больше беспокоят шрамы. Черт! Не отвлекайся. Бля, ползи быстрее, пожалуйста. Ползи быстрее, пожалуйста, блядь. Черт, сядь вот сюда, черт. Сядь за преградку быстрее. Сядь за преградку. Бля, сейчас тот чувак спалит меня. Осталось трое. Вот этот и вот тот. Все. Спокойно. Нет, нет. Еще один убитый! Не кричи! Как они прошли мимо нас! Блять. Мимо вас очень тяжело пройти, да? Oh.
Блин, ну ничему их жизнь не учит, ну ничему их жизнь не учит, ничему совершенно. Получай. В любой игре, блядь, если кого-то где-то убили, туда все, блядь, сойдутся и все там помрут, нахуй. Бля, сейчас она вылетит, или я быстрее, или она быстрее. Кто быстрее? Я быстрее, хорош. А, она не сюда вообще. Ну и хуй с тобой. Так, ладно, давайте вот так вот сделаем. Короче, можно, типа, успеть, но, по ходу дела, лучше этого не делать. Я имею в виду вставать и бежать. Так, ладно, пилюльки, собираем. Вроде все. Вроде всех перебил, больше никого здесь быть не должно. Но патроны что-то вообще не дают с них. Это очень плохо. Они же с патронами ходят, почему мне их не дают? И она не хочет доставать просто их патроны. В чем проблема-то? Там был проход вроде как. Ну, окей. Ой, это опять громко. Опять палево. Опять выход с уровня, короче, палевный и громкий. Там можно было, может, им свет вырубить, нет? Так, что по времени-то? Время сколько много. Там сейчас еще будет один этаж зачистки, да, я так понимаю, или что? Или просто уже заставка? Просто если заставка, давайте досмотрим. Если этаж зачистки еще один будет, то закончим. Хотя они же сами здесь что-то зачищают. Может быть, здесь зараженные эти все? Так, а лист чего-то там, лист поставок. Спиртовые тампоны, ёбные, хуёбные, да-да. Набор для внутренней инфузоски, быстрый накладный шин, смешно. Как следует обыщить второй этаж, там остались комнаты, которые мы еще не открывали, может быть, что-то стоящее, ни в коем случае не суйся в подвал, Сэм. Окей. Я уж не буду перечитывать список всего, что написано. Это нам не особо нужно. Подожди, но если они обыскивают, возможно, здесь и не зомбари, возможно, здесь просто они ищут припасы, которые остались. Нора, это ты? Опа. Опа. Тут какая-то песенка играет, кстати, у кого-то. Музяка, там все дела. Ага. Та-ра-ти-та. Шака-паша-та-та-ша-та-паша. Ух-па-та-та. Может, Эбби никуда бы не делась. Эбби пропала? Это Эбби была здесь. Я не дурак. Говори, куда она направилась. Когда Айзек спросит, что случилось, я ему изложу свою версию. Флаг вам в руки, а меня работа ждет. Нора! Я из-за нее подыхать не собираюсь. Так, окей, они разосрались. Она ушла куда-то сюда, а я иду, короче, за ней. Вот только решетка эта открываться будет очень сильно громко. Так, теперь можно. Не урони только, смотри ее! А, она на весах. Я думал, она просто отваливается. Значит, давайте заставку посмотрим. Я так понимаю, все-таки заставка нам нужна. Ну, давайте, заходи. Не кричи. Поставь это. Помнишь меня? Да. Да, ты помнишь. Что тебе нужно? Догадайся, блядь! Эбби была тут. Ибо дурачка включила. Где она? Я не знаю. Выстрелишь? Сюда сбежится вся база. Нет твоей базы уже, все пиздец. Скажи, где она, и может, я тебя отпущу. Мы могли тебя убить. А стоило бы. А может, просто стоило не лезть в Джексон? Где Эбби? Ты все еще слышишь крики? Что? Какие крики, блядь? Я слышу их каждую ночь. Язык заговаривает, сука. Да. Да, этот гаденыш получил по заслугам.
Ах ты, сука! Помогите! Нарушитель! Люди, на помощь! Блять, ну тварина какая! Какая ж сука! И заперлась, смотри, мразь! Нора! Тебе не сбежать! Это она типа съебаться от меня решила? Ну блять, ну ты чё? Ну другой вход! Стреляйте! Хуяйте! Стой, тварь! Стой, тварь, я поймаю тебя, блядь! Я тебе ногу отрежу, нахуй! Ты не сможешь от меня больше бежать, блядь! Стой, скотина ебаная! Стой, мразота! Я, блядь, догоню тебя, я уже тебя догнал! Я знаю, где ты живешь, блядь! Я знаю твой адрес! Я Мишку, сука, завалила! И тебя завалю, мразь! Какая, смотри, блядь, не... Вот ты думаешь, прыгаешь лучше меня, что ли? Хуй ты угад... Стоять, я скажу... Стой, блядь! Поебал я тебя! Да я нажимаю с самого начала заставки, если чё. Я уже знал про квадрат, тут всегда квадрат здесь чё. Стой, мразь! Да, блядь, квадрат! Да она сейчас так уйдет! Блять, они уже здесь! Вали! Бросай оружие! Хуй тебе, понял? Нет, нет, стой! Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста! Назад! Опусти оружие! Ушли, сукины дети, отсюда! А ну заткнись! Брось оружие, руки вверх! Назад! Тебе некуда идти! Нет, нет! Стой! Ей пизда, нам спором насрать вообще. Нам срать на это, понятно? А ей пизда. Все, валим ее и уходим. Че, сука? Беги! Надеть маски! Хрена ли питание включено? Черт с ними, найти нарушителя! Бля, опять вот эти ебаные эти как их. А у меня нечем привлечь их, еб твою мать. Чужака убить. Твою мать, они нас... Пригоньте мы их! Так, окей, то же самое было, что и в прошлый раз. Вон она! За шкафами! Так, ладно, валим отсюда нахуй. Пока они воюют. А ты в смысле? Сразу, что ли? Я хотел под шумок сьюбейшн сделать. Но нет, так нет. Ладно, в следующей серии продолжим. Я так понимаю, тут погоня, тут щелкуны, перестрелки и все дела. А, вот с этого же момента мы и начнем. Вот с этого же мы и начнем. Хотя там выход уже, это конец территории, блядь. Осторожно! Кто ты нахуй? Зачем ты тут взялся, блядь, вообще? Блять, а со щелкунами драться мне придется, ёб твою мать! Слышу, она бежит! Да, она бежит! Бля, ну это пизда! Успеешь, не успеешь, успеешь! Успела! Бля! Сука, успела! Вот так-то нахуй! Всё! Ясно. Вот с этого мы и продолжим. Вот с этого мы и продолжим. Вот сейчас хорошо. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.